Что скажете? Так, во-первых, Таня, ваша пшенка, она упругая. Во-вторых, да. Таня, ваша пшенка, она мясистая. Сочная. И в-третьих, она сочная. И в-четвертых, она пахнет полем. Настоящим. Это не какая-то химия, да? Украинским полем. А откуда одесским. Пшенка? Откуда пшенка? С полей. Откуда? С полей. С каких? Ну, вышли мы в Одесское поле, насобирали. В Одесское поле. Таня, не спешите меня. Я вам говорю. Так, что вы еще предлагаете сегодня, Таня? Ой, сегодня чудненькая икра синенькая вообще. Дайте попробовать. Ну, давайте на хлебушек только. Только на хлебушек. Только на хлебушек. Только маленький кусочек. Выбирайте маленький кусочек. Я возьму маленькую попку, чтобы девочки целовали, да? Попку маленькую. На маленькую попку мы кладем чудесную икру синенькую, запеченную прямо. Вы можете разровнять как-то чем-то, я не знаю, но что это такое? Чем-то разровнять. Так, значит, я скажу честно. Если мне не понравится, я скажу об этом сразу. Я считаю, что это правильно. Вы чувствуете нам? Пошли. Саша, я знаю, что вы очень честный человек. Послушайте, это надо намазывать на тело прекрасной девственницы и слизывать. И слизывать. Вот вы читаете прям мысли мои, понимаете? У вас так меню написано просто. Да? Угу. Да. У нас так просто все клиенты приходят, именно это и говорят. Что вы предлагаете, кроме этой чудной икры? Во-первых, она сделана с дымком. Эта икра сделана с дымком. Во-вторых, она... Чудо-биточек. Это же тюлька. Чудо, это не просто тюлька. А вот еще быстренько. Малосольный огурчик волшебный. Женя, Женя, давай. Женя, ты Женя, по-хорошему, Женя. Хряб. А? Тогда мне нужен еще один. Маленький. Маленький. Уже Женя берет сразу оптом. Совсем маленький. О. Нет, ну это некрасиво вот это. А посмотри, какие биточки. Во-первых, он молодой. Очень-очень молодой. Он просто малосольный. Свежий, он же ребенок. Да, да. Вам не жалко? Жалко, но что делать? Мы ради одесситов идем на многие жертвы. Таня, это очень красиво. Мне даже жалко это пробовать, это произведение искусства. Ну тогда что, не будем? Не будем. Хорошо. Возьмем вне кадра. Вне. Таня, большая молодец. Мне очень приятно. Мне еще немножко сюда и корочкой. Тут просто хлеб остался. Вот и корочка пошла. Да, конечно, что не идти. Причем корочки всегда должно быть в два раза больше, чем хлебушка. Абсолютно правильно. У меня то же самое и с черной икрой, и с красной икрой. Да. Таня, у меня к вам будет пару вопросов. Чуть попозже. Смачно. Самое красивое в Одессе. Это я. Самое вкусное в Одессе, Таня, это... Это кухня-бабушка. Смотри туда. Мое любимое место в Одессе, это... Проспект Шевченко, дом номер 6, шикарнейший, лучший двор. Что надо сказать? Еще раз, то же самое. Так, самое лучшее место в Одессе, это... Это Цимис. Мне понравился первый вариант. На вас. Давай еще раз. Так что мы говорили? Первый вариант мне понравился больше. Только смотреть туда нужно. Хорошо. Таня. Давай еще раз. Самое лучшее. И кушай пшенку. Самое лучшее место в Одессе это. Это там, где я живу. Проспект Шевченко, дом номер 6.